Итак, ребята, мы все еще на 20 этаже здания в южной части Сингапура. Вот. Там у нас видно северо-восточную часть, но там ничего интересного. Это Форт Кеннинг Хилл, мы по нему гуляли с вами, видео 360. А сейчас мы... А, ну отсюда неплохо выглядит, кстати. Офигенно, да? Там вот вдали между зданиями видится уже не просто Марина Бэй, а залив с кораблями. Сейчас чуть-чуть прогуляемся по деку, посмотрим в другую сторону, потому что у нас тут, знаете, чем люблю деки вообще, вот ветра со всех сторон, то есть и справа дырки, и слева дырки, технологические окна, вот, и в них можно увидеть вот тот самый Сингапур для нетуристов. Буквально слева от меня находится там Marina Bay Sands, там сейчас тысячи людей гуляют. Вот эти вот небоскребы на фоне, там все бегают, фотографируют, да? Вот с садами на средних этажах, наверх, да? А вот тут нет никого. А все почему? Потому что надо уметь находить точки и вообще разбираться не только, как говорится, в городе, но и вообще в людях, всем прочим. Вот такой вот вид для не туриста может подарить Сингапур, если вы знаете, куда и как идти. Ну, тут, ребята, уже, как говорится, с вами был не туристический Сингапур. Я сейчас немножко прервусь и наснимаю просто фоточек, а потом отдельно немножко крупного видео с телефона для вас. Всем пока, подписывайтесь, не переключайтесь.